библиотеке поселка Развилка вспоминали Татьяну Мельникову, чье творчество известно далеко за пределами Ленинского городского округа. Почтить память поэтессы собрались гости из Москвы, а также члены различных литературных сообществ. С лирическими произведениями Татьяны Мельниковой знакомы не только дети, но и взрослые. Настоящим вдохновением для написания ее поэтических сборников были город Таруса и поселок Развилка. За творческие достижения и большой вклад в культурную жизнь Ленинского района Татьяна Мельникова была удостоена звания лауреата Московской областной литературной премии имени Зубова. И, конечно, благодаря Татьяне Петровне мы совершенствовались в своем творчестве. И, конечно, сегодня очень приятно, что вот столько гостей, столько людей, которые почитают ее талант и которые уважают ее и как человека. Она прекрасный был человек. Мероприятие оказалось очень трогательным. Гости рассказывали о знакомстве с Татьяной и ее творчеством. Также поэтесса принимала активное участие в литературном объединении «Рифма плюс» в поселке Развилка, за что многие участники ей очень благодарны. Она была как духовной руководительницей именно в таком плане. И она как бы нас выстроила на правильную линию, на стремление к более качественным стихам, к более высокому полету мыслей. Очень важному отношению к слову. То есть ее ведущая роль исключительно просто в этом деле. Межкольцевой и Каширкой Рафима твоя развилка. Меж юностью и древностью, возвышенностью и древностью развилка судеб и дорог, которыми ведет на Бог. Сегодня мы с полным правом можем назвать Татьяну Мельникову классиком подмосковной литературы. Ее стихи навсегда останутся в сердцах родных, друзей и многочисленных любителей ее творчества.